красиво, легенькую. Что с ней непонятно. Салам, ящеры. Двигаемся на работу. Погодка просто улет. А где газелька? Газельки нету. А газелька на ремонте уже стоит вчера весь день. И я вчера не работал, был выходной. Вам ничего не снимал. Просто отвез ее и все. Там ремонт до хрена. Стоит она вчера целый день уже. Я вчера вечером звонил, сказали, что сегодня должны доделать. И сегодня поедем ее забирать. Посмотрим, какой там ценник вышел, потому что там до хрена что менялось. Я думаю, ценник такой будет. Нехиленький. Воды долить, открыл капот, смотрел вот это место, где масло текло, и все равно там, ну, есть, да, такое масляные какие-то типа подтеки. Не знаю, думаю, на сервис сейчас записаться, или я как бы все равно собирался, может быть, и тогда посмотреть, но это непонятно что-то. Я не пойму, то ли это старое еще осталось, влага на него, то ли это и есть масло. Непонятно. Так, приехали тачку забирать. Смотри, встречают нас, стоят. Вот этот в шапке и в очках, которого нам тачку делал. А он мужик идет главный, он наши лайбы. Чего-то наша газелька. Сейчас мельком глянем и счет покажу. Блять, она открытая была. Так, счет 9 с чем-то. И там, короче, 24 косаря вроде вышло все. Короче, патрубок поменяли этот. Может, вообще новая просто. Вот это? Да. Не, они прокладку поменяли вот эту. Провода, свечи, масло, датчик давления масла. Хуй знает, где он тут находится. Сделали. Ну, короче, тут вот так вот. Все чики-пуки. Ну, было хуже, тут вообще пиздец срач был. Короче, все сделали, что надо. А щуп нихуя не поменяли. Щуп надо было поменять. Наверное, у них нету, надо купить новый. Машину забрали, Женек сейчас ее отвезет на базу, я пока поеду на своей, потому что мы ездили забирать. Поеду пообедаю и тоже вернусь на работу. Лайба. Короче, ремонт вышел, ну что там, 24 тысячи, по-моему, в этом районе. Там, по-моему, на 9 тысяч это ремонт, остальное запчасти. Ну, поменяли много чего, по подвеске много, там всякие сайлентблоки, аморты новые. По рулевой там, наконечники, ну там до хера чего, шаровые. В общем, должно быть окей теперь. По мотору тоже свечи, прокладку у крышки поменяли, масло, фильтр, трубку вот эту. В общем, посмотрим, как она будет ехать. Загрузился, сейчас будем тестировать тачку. Женек проехался, говорит, руль чуть-чуть криво стоит. Это, наверное, сход разал надо делать, я не знаю. Но я пока не ездил, сейчас поеду попробую, как по подвеске она стала, протестирую, как работает, ну вообще в целом. Может быть, это, конечно, первый раз не поймешь, но в процессе езды будет все ясно. Тут грязище, я уже весь испоганился, вот всю картонку кинул под ноги. Задние двери сейчас не закрыть. Я сейчас поеду где-нибудь, отъеду где грязи поменьше, может быть, сами заходят. Давай, сука. Болят. Ты-то не пищи. Ладно. Чуть дверь не выломал. Сейчас здесь день стану. И ручник, кстати, подтянули вообще по жести. Чуть-чуть поднимаешь, все, тачка стоит мертвая. А раньше туда-сюда поднимался. Сейчас еду по этой дороге нашей неровной. И реально по подвеске вообще огонь. Просто тишина. Ничего не гремит. Но руль чуть-чуть вправо стоит вот так. Неприятный этот момент, конечно. Может быть, когда первый раз на лето поеду, сход развал сделаю тогда. Погода вообще будет. Смотрите, еду прямо. Вот. Вот так прямо. А руль чуть-чуть вправо стоит. И на скорости чуть-чуть руль колбасит. По-любому, наверное, надо сход развал делать. Заеду, сделаю, когда прибываться поеду. Сход развал переобуться. Я думаю, нормально к официалам заеду, потому что в этом сервисе нет сход развал, по-моему. Годка вообще радует, в центре просто все сухое, конечно, по краям вот там снег тает, вода течет, но если взять именно центральную улицу, то асфальт сухой. Ездил, плитку порчу он по тротуарам, лютый спуск, это я заказчик отвозил в магаз, сейчас еду светильники забирать для стройки и повезу их на стройку, ну и по пути еще будут заказы закидывать, заказов до хрена накопилось. Манагера, блин, это, наверное, час ждал, стоял.
Сейчас светильники мне вынесут, по-моему, 8 штук там. И 4 заказа еще у меня есть. Один я точно сейчас, вот это я не повезу, не успею. Вот этот под вопросы, может быть, закину по дороге, может, не буду. И те два тоже. Не знаю, может быть, завтра, может быть, сегодня. Время-то уже сколько, без 24. Так. Наверное, пизду все завтра отвезу. Сегодня точно, наверное, уже не успею. Ну, один, может быть, закину по пути. Вот это, а эти, это потом. Торопиться — такое дело тоже. Много будешь успевать, больше будет задачи давать. Сейчас со склада даже мне светильники вынести. Погодка вообще какая-то. В одной кофте стою. Даже не холодно вообще. Это днем, пока солнце, вечером, конечно, похолоднее будет. Так, пока стою, покажу. Смотрите, трубка тормозная одна, новую поставили. Видимо, с той проблемой были. Цилиндр правый тоже поменяли, тормозной. Ну вот, втулки стабилизаторов все новые сзади, спереди тоже. Вот такая движуха. Старую мне показал, вообще ушатаны были. Спереди сейчас посмотрим, будет что, видно, нет. Не видно ни хрена, короче. Ну тоже там шаровые новые, аморты новые. И на стабе втулки тоже новые. А еще, кстати, на заправку надо заскочить сейчас. Так. Тридцаточку. И показывает полбака 30 литров. Залил 30, показывает 30. Ну там еще же было литров, не знаю, 15, может, по стрелке. Пизданутая система газели. ППО плохо работает. Попал самый час пик. Тут вот завод оружейный какой-то там. Оружие производит, какую-то военную технику. И они в это время будут заканчивать работать. Поперли. Смотрите, у них какая колонна на выезд. Оттуда они едут в город, а я наоборот из города. Ну, мне хоть повезло, что я не в их направлении. А если сюда ехать, вообще не фартануло бы. Тут парковка постоянно полностью вся забита. Сейчас, видите, уже разъезжаются. Так, а вот пропень здесь. Люди стоят. А другой дороги нет, одна дорога здесь, выезд один. Поэтому вот с завода они выезжают еще час. А вот здесь лес. По-моему, там даже гулять нельзя. Вроде он там охраняется или как-то. Потому что, вот не знаю, сейчас стоит, машин там нет. Они здесь собирают эти машины. И вот да, стоит одна, видите, белая. И здесь они, видимо, проверяют их, тестируют. Вот военная тачка, белая военная. С этого, с конвейера только. Какие-то, блин, не знаю. Короче, какие-то собирают машины военные. Здесь они постоянно тестируют. Вот сам завод. Ну это, конечно, жесть, блин. Рано я радовался, а на выезд тоже он стоит. Еще полдороги здесь не проехал, здесь уже пробка образовалась. Охрененная причем пробка. Время уже без 15:05. Мне час, считаю, остался работать, а мне еще надо до большой доехать. Ну, в общем, до стройки. И вернуться на базу. Еще заказы, конечно, есть, но заказы я уже точно развозить не буду. Я сейчас я в пробке вот полчаса, наверное, точно простою. Блин, это вообще жесть. Не хочу сегодня задерживаться, дел своих полно. Хорошо, что я стою в пробке и подумал. На стройке-то пацаны до 5 работают, а время без 15, ну, уже без 10:05. О, бля. Хорошо, что я подумал. Сейчас бы я туда приехал, там никого не было. Я ему сейчас позвоню, он говорит, да, мы уже домой собираемся. А я за 10 минут доехать, да, тут точно не успею в такой пробке стоять. Поэтому, в принципе, все. Зря я вообще сюда сунулся, в эту пробку. Блин, ну, вообще зря. Лучше бы в другое место. Я бы лучше поехал заказы тебе отвез. Поэтому сейчас простою здесь и поеду в сторону базы уже. А эти фонари завтра утром тогда, получается, отвезу. Сегодня уже приеду, там никого не будет просто. Райончик прикольный. Отгорожены, охраняемые, коттеджики стоят. Все свежее. Недавно, видимо, строили. Ну да, тут все. Половина, даже больше, наверное, только в продаже. Везде объявления продаю. Прикольное место здесь, мне нравится. Погода огонь. На мойку очередь сразу выстроилась. Бизнес пошел. Возвращаюсь на базу. В общем, не поехал я заказы больше отвозить, потому что время уже половина, еще полчаса осталось, что пока путевку заполню, пока. В
бухгалтерию схожу, там всякие дела, моменты обсужу. И все, в принципе, домой. Задержится, ну и нахрен надо. Правильно? Мерседесики стоят, да, хороши. Карандаши. Вот он, тест-драйв по бездорожью. Вот же она, лунная дорога, блин. Ну, в принципе, все окей, ничего не гремит. Единственное, руль все равно туговато, но вроде должен разработаться. И чуть вправо стоит. Но это да, если под развал сделаем. А так в целом ничего не гремит, все окей. А еще такой момент бывает, на месте руль крутишь и свистеть ремень начинает почему-то, и руль не крутится, не знаю, с чем это связано. Начальница стоит, блядь, машину поставила, вообще хуян. Тут помойка, тут она. И вот кого лучше зацепить, помойку или ее? Тут бардак, срач, вон моя Брикс стоит.